Матч в Элисте прошел в напряженной борьбе, но к успеху были ближе футболисты «Уралана». Они и забили единственный гол на 23-й минуте. Это Кузьмин воспользовался хорошим навесом Казакова и головой отправил мяч в сетку крыльев. Хозяева могли и удвоить свое преимущество, но Колодин упустил превосходный шанс, не попав в пустые ворота с убойной позиции.